нельзя. Потом дать свободное время, должен гулять, пофотографировать. Проверка у нас украла 5 минут, значит, 12.20. Я покажу, где... Что они проповедуют? Они говорят, что все люди в этом мире абсолютно равны. Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Они утверждают, что когда этот мир несправедливости и войн будет разрушен, то будет всеобщее равенство, всеобщая любовь. Они признают всех пророков, которых Господь явил.